Потому что там происходит. Бывший советник Виктор Янукович Анна Герман, которая считалась едва ли не самой близкой ему фигурой, дала интервью телеканалу «Дождь» в Киеве. Наш корреспондент Дмитрий Ловский спросил Анну Герман в частности о том, не знает ли она часом, где находится сейчас бывший президент Украины, и не собирается ли она, как ряд других украинских политиков, покинуть родину. А когда вы последний раз разговаривали с Януковичем? Ну, тогда еще к нам был в Харькове. Тогда. И о чем говорили? Я говорила, что надо сделать кое-какие заявления, очень важные, надо подписать те законы о Конституции, которые он инициировал, но он сделал другое заявление, он сказал, что мой текст пришел к нему слишком поздно, и он сделал другое заявление. В жизни человека всегда должно быть время, когда он не боится смерти. Это лучшее время его жизни, потому что он тогда может очень много сделать. У вас нет сейчас мысли уехать, может быть, из страны? Нет, конечно, нет. Нет, у меня есть много возможностей, много друзей, все меня приглашают, но я не собираюсь уезжать, это моя страна. Я здесь родилась. Я кое-что в этой стране сделала. В конце концов, здесь могила моего сына. И я думаю, что в Украине все будет хорошо. Когда? Лет через 200. Всего разговор длился не один час с Анной Герман. И в ближайшее время мы скажем обязательно, когда сможем показать нашим зрителям это интервью полностью.